Все началось 6 лет тому назад. Тогда она купила своего первого детеныша, гепарда, по кличке Фила. Я волновалась, думая о том, смогу ли я о нем позаботиться. Мне пришлось многому научиться, пришлось полностью изменить свой образ жизни. Я жила в коттедже в городе и была вынуждена принимать множество решений. Недолго думая, Риана оставила работу, которой занималась 23 года, продала коттедж и переехала за город. Ее дом стал убежищем для бездомных больших кошек и рожденных в неволе гепардов. Вскоре у меня появился еще один гепард и львенок, брошенный матерью. Привет, малыш. Привет. Сейчас у нас 14 гепардов, 5 львов, 2 леопарда, 3 каракала, 2 сервала, 2 львенка и детеныш черного леопарда.